Так, въезд в ферму, центральная дорога маленькая и маленький магазин без продавца. Сейчас уже осень, скоро уже снег пойдет, и есть накрытие такое, чтобы вода не капала, с оцинковки сбитая, и указано, что есть сухой, ну, сухой корм, это кукуруза $2, кабачки бесплатно, herbs, это, наверное, петрушка какая-то, $1 за паунд. Тут бывали еще цветы когда-то, $6 за бучок, черри, помидоры $3 за халапеньо, $3 штучки за доллар. Ну, короче, вот такие расклады. Берешь, что тебе надо. В пакетику есть пакетики там. Ты берешь пакетик себе. Можешь записать какое-то это месседж какой-то им написать. И денежку сюда положить. Хоп. И все. Вот такие дела. Вот так. Едешь, очень удобно. Остановился, взял что-то надо, поехал дальше. Шикарно.